Боже мой, вот этот звук, который мы имитировали детство. Все лето. Вот этот звук, который мы слышали по телевизору. Вот этот звук, который мы обыгрывали в анекдотах. И вот он сейчас стоит назад. И в исполнении не просто победа, а команды действующего чемпиона королевских гонок Формулы 1. 10-12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 -
находится здесь, друзья. Я предоставлю вам возможность просто послушать эти децибелы, эти низкие и высокие частоты, которые ласкают слух любого автолюбителя. Немножко не слышит друг друга. Звук такой в ушах. Сама картина, еще 5 лет назад нельзя было представить, что на дорогах общего пользования Российской Федерации мы увидим нечто, болид Формулы-1. Это оказалось несбыточной мечтой, а сегодня действующие чемпионы Формулы-1 и его пилот. Совсем чуть-чуть, совсем немного осталось до главного российского события, именно этапа Гран-при Формулы-1 Сочи 2014, который состоится буквально в осени. Судя по тому, что летящей походкой к молодому испанскому